Концертную программу открыл лауреат всероссийских, международных и республиканских конкурсов Виктор Ларин. Многие годы он радует горожан виртуозной игрой на рояле. Программа посвящена Международному дню инвалидов. В действительности это день сильных, целеустремленных людей. Людей, умеющих ценить жизнь. Они добиваются успеха во многих областях, в том числе и в творчестве. Ежегодно 3 декабря инвалиды и их семьи собираются вместе, делятся успехами и показывают свои достижения горожанам. Умельцы показывают свои последние работы рукоделия. Так и на этот раз в фойе Дворца культуры угольщиков, где проходило мероприятие, были развернуты выставки картин, вязаных изделий, вышивки. Свои работы каждый год представляет и Зубайда Сулейманова. Очень прекрасно. Мы этот день каждый год справляем хорошо. У нас Нина Ларина всегда справляет, а мы поддерживаем. Здесь же каждый мог проконсультироваться по различным вопросам у специалистов служб города. Обращения граждан принимали Пенсионный фонд, Управление труда и социальной защиты населения, Центр занятости и многие другие. Я здесь в целях консультации для повышения грамотности среди молодежи по пенсионному обеспечению. Кто к нам обращается, с удовольствием рассказываем. Ну а в программе концерта приняли участие ансамбли и сольные исполнители города. На сцене наряду с профессиональными коллективами выступали и сами инвалиды. Ограничения здоровья никак не помешали им исполнить на скрипке любимые мелодии из кинофильмов, спеть песни на русском и башкирском языках. «Петь я люблю с детства», говорит одна из участниц программы Зифа Амирова. Я и раньше и в фестивале ездила с ансамблем башкирским и с инвалидами. Места хорошие занимала, подарки. Мне нравится петь, это моя мечта детства. Зрители, пришедшие на концерт, а также сами участники мероприятия, получили много удовольствия и положительных эмоций от концерта.